Утром в Домодедове приземлился самолет, который доставил из Доминикана российских туристов, пассажиров самолета оренбургских авиалиний, совершившего аварийную посадку в аэропорту Пунта-Каны. После драматичного полета с одним работающим двигателем люди до сих пор не могут прийти в себя. Наш корреспондент Клим Санаткин встречал рейс вместе со взволнованными родственниками. Резервный Боинг 777, летевший из Доминиканы в Москву, прибыл в аэропорт Домодедово в 7:46 утра. 355 пассажиров и 20 членов экипажа благополучно вернулись на родину. Уставшие, но счастливые. Наконец-то дома. Им по-прежнему не просто вспоминать о случившемся. Многие из вернувшихся пассажиров признаются, когда в небе что-то пошло не так, готовились к худшему. Что мы видели? Сначала хлопок в двигателе. А потом в салоне дым пошел. Ну, страшно, конечно, то есть так. Переоценка ценностей произошла. Страшно было, ребят, вообще. В аэропорту пассажиров рейса Р-2-554 с цветами встречали родные и близкие. Как только стало известно о случившемся в небе над Доминиканой, большинство из них так и не смогли сомкнуть глаз. Переживали, лишь бы долетели. Вадим Застава неделю назад отправил свою дочь отдыхать за границу. Когда ночью от нее одна за другой начали приходить СМС, не сразу понял, что происходит. Это случилось ночью. Мы просто списывались с аэропорта, посыпались смс-ки, там, я вас люблю, вы там, самые дорогие. Мы даже не понимали с женой, ну, 3-4 утра. А на днем в 12 только по новостям увидели, что случилось реально. Сегодня будем праздновать день рождения. Мы встречаем Вику, нашу подругу, то есть мы вместе отдыхали в Доминикане, просто ну, на 3 дня раньше вернулись. Она должна была вернуться вчера. Ну и вот как раз такая новость нас посетила. Что, очень она вам... страшная. Все хорошо, дочка, встречаю. Ну все, давай, пока. Все случилось в небе на высоте 6000 метров. Один из двигателей Боинга 777 оренбургских авиалиний загорелся буквально через несколько минут после взлета из аэропорта Пунта-Кана Доминиканской Республики. Пилотам удалось не только посадить самолет с одним двигателем, но и обеспечить полную безопасность пассажиров. Нет ни одного раненого. Специалисты считают, экипаж действовал профессионально. Эти кадры сделаны уже после экстренной посадки. Пассажиры аплодируют и благодарят за спасение. Настолько экипаж сработал дружно, профессионально и быстро, но просто это высший класс. Это высший класс. Мы им очень-очень благодарны. Вся команда очень слаженно и организованно работала, поэтому паники в принципе не было. Все было нормально. Еще раз хочу сказать, что пилот проявил свой профессионализм и сделал все отлично. Тем временем Следственный комитет управления по транспорту уже ведет доследственную проверку по факту аварийной посадки. Часть прилетевших уже получила багаж и отправилась домой. Другие ждут пересадки, чтобы улететь в родные города. У кого-то сгорели заранее купленные билеты. Поэтому некоторые пассажиры ждут компенсаций от компании-перевозчика. Клим Санаткин, Владимир Гриневич, Андрей Сычук, Екатерина Казаченко. Первый канал.